Выписк. О, потрахаемся, не хочешь? Котенок, губастик, поебаться не хочешь реально? С мужиком настоящим. Полежу тебе. Ты мне тоже. Хуй? Да обычный, 20 сантиметров. А у тебя пизда нормальная, узкая, не разъебанная еще? Ничего, прикалываешься, я храню для тебя это все. Это все это что? Нихуя нет. Приданное, что ли? Все свою красоту. Ну дай посмотрю. Ну дай посмотрю, что за что по красоте там. Изба только, блядь. Только изба на фоне. Хотя да, ничего. Глаза, блондинка. Ну ёбальная, да, ёбальная. Сосочная, да, такая вкусная. Ну, блядь, аж со слёнки. Господи, аж слёнки. Как ты любишь? Я так не люблю. А как ты любишь, блядь? Как ты любишь? Ебаться, как ты любишь? Ебаться, как ты любишь. Ну никак я не... Уже на... Прекрати! Подожди, я вообще думала, я такая услышала такого красивого, сексуального. Ой, не пизди, да не понравился. Я думала, ход пугу. Да не понравился тебе, но не понравился. Хочешь, я тебе покажу? Смотри, что... Ну тебя не видно. Вот это завидно. Чего-чего? Ты красиво тоже. Смотри. Чего там? Оп. Опа. Ты в Москве живешь? Это костерки. Это наш... Я сейчас за городом. А так в Москве? За городом сейчас, за городом. А что, я не вкусный, что ли? Не сексуальный? Скажи мне. Зачем ты себе пакет на голову натащил? Захотелось, чтобы тут избегали меня. Убегали от меня. Девки некрасивые. Вот и осталось, видишь? Вот так. Все продумано. Да, да. Че, мужик у тебя есть? Бывает. Разные. Ну, дети есть? В смысле, разные. Один единственный. А, у тебя мужик, блядь, есть? А, я думаю, потрахаемся, реально. Ой, в пизду, скучно. Хуйня. Я так с тёлками не общаюсь. Ну, ладно, ну давай. Ну и все. Давай, чао. Ну и все, давай. Да плевай, давай. Ну все, давай, скидывай. Сейчас, у меня руки просто на писюне. У меня руки на писюне. Ну что, мужик есть? Скажи честно, что ты как не первый, как первый раз? Пиздец, ломаешься, блядь. Как будто меня клеишь. А причем мужик на мужик вообще? И твоя тема на писюне, не пойму. Ну, понравилось тебе, нет? Если у тебя с писюном проблемы... Проблемы. Ты мне, ну... Излечи меня. Ты классный чувак. И, скорее всего, что ты рак. Я раком. Я раком люблю ебать. Вау. Я, походу, знаком как ошиблась. Да я дева, блядь. Я дева. Котенок, я дева. Ты чё? Какой знак, блядь? Ой, дева, ну его нахуй. Ну его нахуй, да. Мужика тоже твоего, а, блядь, нахуй. Ты... Пизду его, блядь. Старую распустил. Ну ты с мужиком, нет? А что ты одна сидишь, блядь, кукуешь? Пизда там сохнет. Да пум. Да что? Че ты такую? Че ты такой вот это вот? Ну пять. Ну извини. А хули, ты все равно с мужиком. Какая разница? Мы с тобой не трахаться ничего не будем. Ты все равно с мужиком. И что? Ну что мне, блядь, с тобой делать? Нет, чё? Что? Ну-ка ещё. Ну, нормально не умеешь общаться, если даже и мужик, и бабы... Не, если мужик есть, нахуй, я с бабами... Я вообще с бабами только трахаюсь. И что ты, типа... Ебёшь их как? На крюка типа, даю. А? Ну, ты крутой, типа, ты с бабами трахаешься, ты крутой. Крутой, блядь.